Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня готовим очень простой, вкусный, горячий ужин. Очень ароматный. Аромат, я бы сказал, детства. Я очень любил это блюдо именно в детстве. Не буду задерживать ваше внимание. Начинаем готовить. Поехали! Друзья, как вы поняли, мы сегодня будем готовить горох. Вернее, гороховое пюре с добавлением грибов. Это у меня шампиньоны. Шампиньоны пока мы отложим в сторону. Я их уже почистил, помыл. Здесь у меня 3 стакана гороха. Нам нужно в первую очередь его почистить. Посмотреть, нету ли каких-то черных камней, там чего-то какого-то мусора. Короче, убираем мусор и добавляем на 3 чашки гороха, добавляю 2 чашки воды. И обязательно добавляю пол чайной ложки соды. Хорошенечко перемешиваем это все. Оставляем на 30 минут, и после 30 минут хорошенечко нужно горох промыть. Именно хорошенечко, пока не станет вода прозрачной. Берем нужную кастрюлю, отправляем на газ-плиту уже. Здесь у меня 7 стаканов воды на 3 стакана гороха. Включаем нагрев. И отправляем горох в холодную воду. Обязательно уже промытый горох. Пока закипает горох, разберемся с грибами. Нарезаю вот таким вот образом. Грибы отправляю в сухую сковородку и жарим сначала без масла, для того, чтобы быстрее выпарить жидкость. Жидкость, которая имеется в грибах. Жарим на среднем огне и выпариваем жидкость. Как только выпарится жидкость, сразу добавляем масло. При закипании горох, как и мясо, образует пенку, которую нужно удалить. Горох закипел, пенка снята, накрываем крышкой и пускай кипит минут 20-30 до готовности гороха. Ни в коем случае на этом этапе не солим. Это самое главное. Иначе, если мы посолим, мы будем варить его час, полтора, два. И только тогда он сварится. Поэтому не солим. И у нас горох варится очень быстро. Грибы жарятся. Жидкость выпариваем. Количество сразу как будто уменьшилось. Обожаю жареные грибы. Особенно с горохом, вообще бомба. Беру небольшую головку лука, кубиком нарезаем. Жидкость выпарилась, можно добавлять смело уже подсолнечное масло или оливковое, на ваш выбор. Я добавлю подсолнечное. Немного, пару ложек. Перемешиваем. И добавляем лук. Вместе с луком обжариваем где-то минуты 3. Этого будет достаточно. Грибы у нас уже почти готовы. Лучок поджарится. Обязательно солим. И перчим по вкусу. Перемешиваем. За 30 минут горох уже сварился. Добавляю в этот момент соль по вкусу. Примерно 2 щепотки. Также перчу по вкусу. Перемешиваем. Теперь варим до густоты, нужной густоты. Кто-то любит более жидкое пюре, кто-то погуще. Поэтому нам нужно уже выпаривать жидкость. Выпарим до нужной консистенции и, в общем, пюре готово. Украшаем грибочками
и подаю на стол. Гороховое пюре у нас получилось отменным, вкусным, ароматным, да еще и с жареными грибочками, вообще шедевр. Обязательно готовьте вместе со мной, друзья. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Не забываем подписываться, делиться и, конечно же, комментировать. Всем пока.